Феврония Баишева всю свою жизнь особенно крепко держала в своих руках две вещи – дирижерскую палочку и обыкновенную ручку. Всю жизнь переписывались. Вспоминая прошлое, я часто испытываю сожаление, что многое в наших взаимоотношениях было недосказано. А может быть, в этом был смысл? Как-то я спросила раз ее, а чем вы представляете свой хор? Она говорит, оркестром человеческих голосов. Музыка – это мой хлеб, моя жизнь, моя душа, моя любовь, да, вся моя жизнь.